Людмила Ивановна, вам 40 лет, у вас первая беременность. И вы пришли ко мне только на 36-й неделе. Ну как так можно? Почему вы не стали на учет вовремя? Жалоб никаких не было. Я дважды во время беременности проходила УЗИ. Вот результаты. Так, ну тут написано, что вы проходили УЗИ на 12-24 неделе. Никаких патологий не было. Ну, это хорошо. Люба, зайдите ко мне, пожалуйста. Людмила Ивановна, поймите, наблюдение беременности придумали не просто так. У нас сейчас медицина на таком уровне, что многие отклонения в состоянии матери и плода можно обнаружить на достаточно раннем сроке и оказать помощь. То есть помочь матери родить здорового ребенка. Люба, сделайте мне, пожалуйста, копии этих заключений для обменной карты. А вам я назначу обследование. Здравствуйте, Вика. Что у меня запись на сегодня? Доброе утро, Евгений Борисович. К вам сегодня записалось на консультацию 4 пары. О, очень хорошо, спасибо. Ключ можно? Доброе утро, Вика. Доброе утро. Доброе утро, Евгений Борисович. Можно вас на минуту? Да, конечно. Жень, мне срочно нужны деньги. Олег, я же тебе сказал, что деньги будут, когда ты поможешь мне решить вопрос с Машей. Да имей ты совесть. Я думал, тебе Клара сможет помочь, но она больна. Я не могу найти нужного юриста за такой короткий срок. Нет, Олег, это все отговорки. Я больше ничего не желаю слышать. Подождите-ка. Людмила Лукашевич, точно она, 40 лет, беременность. Где она? У Натальи Ивановны в кабинете, пришла становиться на учет по беременности. Ну уж нет, мы будем ей заниматься только через твой труп. Наталья Ивановна, можно вас на минутку? Здравствуйте. Это у вас там пациентка Людмила Лукашевич, да? Да, в чем дело? Мы ее наблюдать не будем. Пусть идет в другую клинику. Я требую, чтобы вы немедленно от нее избавились. Олег Иванович, как вы себе это представляете? Я уже осмотрела, согласилась наблюдать. Сейчас приду и скажу, что, извините, я передумала. Да говорите, что хотите. Это очень скандальная пациентка. Я был свидетелем разбирательства, которое она устроила в другой клинике, когда умер ее новорожденный. Не по вине врачей, но судебное разбирательство длилось 2 года. Какое это имеет отношение к нам? А такое. Ее гражданский муж Степан Нагорный. Глава крупной юридической компании. А. Если с ней что-то пойдет не так, он нас без штанов оставит. Олег Иванович, я повторюсь. Я уже ее осмотрела, согласилась наблюдать. И выгонять ее не имею никакого права. Ну, раз вы стесняетесь, я сам все сделаю. Мила, я нашла прекрасную клинику очень хорошего врача. Меня приняли тут очень приветливо. Не волнуйся, у нас с малышом все хорошо. А вот и мои врачи. Мила, ты их видишь? Помаши им рукой. Здрасте. Это мой муж, известный адвокат Степан Нагорный, глава юридической компании «Стикс». Вы, наверное, знаете. Простите, он занят, не может приехать, но очень хотел знать, как у меня дела. Извините. Вашу ответственность. Ладно, милые, мы с моим доктором продолжим общаться. Скоро буду дома. Целую. Я слышала, что ваш босс хотел от меня избавиться. Людмила Ивановна, я с удивлением узнала, что это ваша не первая беременность. И я имею право отказать вам в наблюдении, так как вы предоставили мне нужную информацию. Может, пора рассказать правду? Это моя третья беременность. 2 первых детей я потеряла на 3-е сутки после их рождения. Луиза Семеновна, здравствуйте. Как вы поживаете?
Как дела у мужа? Хорошо. Как всегда, руководит своим институтом, пишет научные работы, летает на симпозиумы, конференции. Ну, а я все по дому. Сижу за прислугой, воспитываю 3 терьеров. Но. Недавно в Лондоне на выставке 1-е место взяли. О, поздравляю. Спасибо. Привет большой передавайте мужу. Хорошо. Да и терьерам тоже. Да, но а вы ко мне по какому вопросу? Вы же были месяц назад, все было в порядке. Какие-то жалобы появились? Нет, у меня все хорошо. Я к вам по семейному делу. Случилось то, чего я так сильно боялась. Что такое? Наш Толечка в этом году поступил на 1-й курс университета. Ну, там нашлась одна оторва, его однокурсница. Мигом от него забеременела. Что? Теперь надеется войти в нашу семью и сразу получить все блага, которые мы с моим мужем всю жизнь зарабатывали. Ну, зачем же сразу в семью? Ну, дайте девочке немного денег, отправим ее на аборт. На аборт? На 9-м-то месяце? Говорю же, поздно. Она специально молчала все 8 месяцев, чтобы теперь мы не смогли от нее отвертеться. Вот я и пришла к вам. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Тася. Найденова Наталья. Тася. Ну что ж, пройдемте в мой кабинет. Шикарный букет, спасибо. Как вы здесь устроились? Здесь мило. Доктор моя очень ответственная. Назначила мне обследование. Терпи, малыш. Скоро все будет позади. Все будет хорошо. Не так, как в прошлый раз. Не вспоминай. В этот раз все будет по-другому. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Понимаю, я должен был это сделать давно. Ничего. Это были счастливые 10 лет. Дальше будет еще лучше. Я согласна. А ты не прячь глаза. Учись отвечать за свои поступки. Ну что вам сказать, девушка? Если бы вы предохранялись, ни у кого бы из-за вас проблем сейчас не было. Олег Иванович, еще вызвали? Да, Валентина Ивановна, поселите, пожалуйста, эту девушку в 1-й палате. Идите за нашей медсестрой. Наш Толечка никогда на ней не женится. Найденова. Подкидыш воспитанный в детдоме. Ну зачем нам такой мезальянс? Ну, конечно, придется купить какую-то комнатушку на окраине и откупаться иногда небольшими деньгами. Вот такой наш крест, Олег Иванович. Понимаю. Дайте письма, пожалуйста. Наталья Ивановна, что за переполох с вашей пациенткой Лукашевич? И нам ее кровь на анализ отправили в независимую лабораторию. Она на 36-й неделе. 2 ее 1-х ребенка умерли сразу после рождения. Синдром гетеротоксии. Это врожденные пороки, несовместимые жизни. Ого, как все серьезно. Угу. И она пришла ко мне на 36-й неделе становиться на учет. А где же она была всю беременность? Медитировала на Гоа. Очень хорошо. Да, бывают же такие, сочувствую. Спасибо. Пожалуйста. Ой, девчонки, посмотрите, что у меня есть. Вот. Так, это тебе, это тебе. Симпатично. А что это? Это бэби-шоу. Ну, организация праздников для будущих мам. Там всякие шарики, вкусняшки, конкурсы. А? Так все красиво. Да. Наша же Валентина Ивановна скоро уходит в декрет, поэтому нужно провести ее как следует. Устроим ей праздник. Не знаю, как вам, лично мне нравится вот это. Привет моей невестке и маленькому племяннику. Это я, счастливая будущая тетка. Привет, Лариса. А я много вкусненького принесла. Я не знала, что ты любишь, поэтому купила и сыр, и фрукты, и рыбка там вкусная есть. Надо будет в холодильник поставить. Здесь очень неплохо кормят, но спасибо.
Здравствуй, моя малюсечка! Твоя тетка пришла, сестра твоего папки! Ой! Он со мной поздоровался! Он меня пяточкой толкнул! Тебе показалось, он сейчас спит. Да не спит он! Я чувствую, как он толкается! Ладно, пусть будет так. Наверное, тебе виднее. Масик, мы все тебя очень ждем! Я купила вчера галстук-бабочку за 200 баксов! Лариса, а если будет девочка? Зачем нам девочка? Нам не надо девочку, нам нужен наследник. Будущий глава крупной юридической международной компании «Стикс». Слышишь, Масик, ты должен родиться мальчиком, а мы тебя выкормим, вырастим, выучим, и ты будешь на нас с твоим папкой работать, а мы будем получать дивиденды. Здравствуйте. Здравствуйте. Я врач, Людмила Ивановна, а вы? Очень приятно. А я Лариса, сестра мужа. Тоже очень приятно. Вы не могли бы нас оставить ненадолго? Я осмотрю пациентку. Ухожу, ухожу, ухожу. Скушай, пожалуйста, все, что я принесла. Я приду и проверю. Ой, да, я забыла. Степа сказал, что он предложение тебе сделал. Поздравляю. Покажите, пожалуйста, живот. Мы отправили ваши анализы в несколько лабораторий. Сегодня пройдем УЗИ с доплеровским исследованием и ЭКГ. Во второй половине дня придет кардиолог и окулист. Наталья Ивановна, я хочу рассказать вам еще кое-что. Мы с моим мужем официально не женаты, но живем вместе уже 10 лет. Двое наших первых детей умерли от тяжелого наследственного заболевания. Но у Степы в роду у меня все здоровые были. Но в этот раз все будет по-другому. Я рожу здорового ребенка, потому что его отец не Степа. Степа, это я, Лариса. Я сейчас в клинике у твоей Люды. Срочно приезжай сюда. Привет. Я решила оставить тебе голосовое сообщение. Я звонила тебе много раз, но ты не брал трубку. Твоя мать устроила меня в клинику. Ты придешь? Мы с малышом по тебе скучаем. Я тебя очень жду. Все в порядке. Лариса, какого черта ты меня вызвала с важных переговоров? Степа, ребенок, которого она носит, не твой. Что ты сказала? Ты не понял, я повторю. Ты хочешь жениться на ней, она беременна не от тебя. Лариса, а ну-ка пошла вон. Как скажешь. Этот ребенок зачат при помощи ЭКО. Спермодонорская яйцеклетка моя. Прости, что не сказала раньше. Если передумаешь жениться или захочешь уйти, я все пойму. Да, зря не сказала. Я сейчас злой. Но это хорошо. Наш ребенок будет похож на тебя. Он родится здоровым. И у него не будет такой плохой наследственности, как у меня. И отчет надо сдать на следующей неделе. Хорошо, я все подготовлю. Так, мои любимые и уважаемые. Торжественно вам напоминаю, что завтра мы провожаем нашу Валентину Ивановну в декрет. Я вот составила список подарков. Выбираем, кому что нравится, кому что по душе. И ставите фамилию напротив. Разумно. Знакомьтесь. Я так понимаю, что-то потребуется и от начальства. Лев Борисович, мой любимый Квитко. Конечно, для начальства отдельный список. Справитесь? Обеспечим.
Да. Так, выбирай. Квитко Лев Борисович, вы директор этой клиники? Да, чем могу помочь? Я ваша пациентка. Я могла бы подать на клинику в суд за разглашение медицинской тайны, но не стану этого делать при условии, если мне заменят врача. А кто ваш врач? Наталья Ивановна. Я больше не хочу у нее наблюдаться. Там раскрытие все, два пальца. Тебе еще рожать и рожать. Сколько времени прошло с появления схваток? 5 часов. Плохо стараешься. Ходи, приседай, двигайся. За тебя никто рожать не будет, поняла? Валентина Ивановна, вы следите за ситуацией, я ищу попозже. Ну, может быть, хотя бы из спазмолитики сделать. Да зачем? Все нормально. Пусть рожает. Как больно. Давай я тебе хотя бы поясницу помассирую, может быть, легче станет. Да. Принимай пациентку. Людмила Лукашевич, 40 лет, 36-я неделя. Так. Да тут серьезный анамнез. Ты как? Ну, чувствую себя как оплеванная. Никому ее Таня не раскрывала и понятия не имею, что произошло. Ну, не переживай. Самое главное, ты знаешь, что не виновата. Да? Александр Петрович, у пациентки из ВИП-палаты отошли воды. Беги. Это она. Бегу. Ну да уже поздно, у вас воды отошли, у вас полное раскрытие, вы скоро родите. Я не хочу сейчас рожать. Так, Люда, если чувствуете, что идет потуга, тушьтесь. Я не хочу, он будет недоношенный. Люда, слушайте меня, если хотите, чтобы с ребенком все было хорошо, не пытайтесь остановить роды, не зажимайтесь. Вы его должны родить сейчас. Нет. Люда! Люда, смотри на меня! Послушай, ребенок готов появиться. Если хочешь, чтобы он появился без травмы, не зажимайся. Дыши вместе со мной. Выдох, вдох, выдох, вдох и тушься. Давай, тушься! Ну, ну, тушься! Вот, молодец, молодец! Все, вот у нас. Вот мальчик наш. Люда, какой прекрасный мальчик у вас. Вы? Молодец. О, ловца и зверь бежит. Господин Беретти, здравствуйте, очень рад вас слышать. Я не думаю, что господин Розенталь будет доволен, когда я расскажу, какую игру вы затеяли. Время идет, а эффект этого ключа все нет. Найти Клару и ее дочь не составит труда. И в следующий раз будет все гораздо хуже, Олег Иванович. Я вас понимаю, но поймите вы меня. Мне нужна помощь. Без нее я не решу наш с вами вопрос. Мне нужно срочно найти ушлого адвоката по семейным делам, который поможет в споре родителей, с кем будет жить ребенок. Суд учитывает мнение ребенка, начиная с 10-летнего возраста. Спасибо. Валентина Ивановна, как там наша роженица? Все так же, Олег Иванович. А у нас сегодня Родионов, дежурный по родзалу? Да. Так скажите, что я передаю роды ему. Мне срочно надо уйти. Ключ дадите? Ты расстроена, мам? Что-то случилось? Ты поссорилась с дядей Сашей? Нет, просто небольшие трудности на работе. Так ты это пройдет. Ты же классный врач, да? Я стараюсь. Привет. Я вас тут уже давно жду. Витенька, это тебе. Юра, уйди, пожалуйста.
Наташ, я никуда не уйду, пока мы не поговорим. Мама, это кто? Витя, я твой папа. Это неправда. Мой папа погиб при пожаре. Серьезно? Ты так и будешь врать ребенку? Витя, это правда. Это твой папа. Не верю! Так ты врала мне! Зачем? Юра, ты все эти годы прекрасно жил без Вити. Ты его бросил, когда умерла сестра. Ты хотел оставить его в детском доме. Я все эти годы была ему мамой, мы хорошо жили, а теперь ты заявляешься и хочешь все поломать. Зачем? Наташ, я все переосмыслил. Я благодарен тебе, что ты все эти годы заменяла Вити и маму, и отца. Но я хочу принимать участие в воспитании ребенка. Позволь мне видеть его. Хотя бы немного. Мне нужно подумать. Сколько длится схватки? 6 часов. И за это время раскрытие 4 сантиметра? Вы что, не видите тут клинических несоответствий? Почему раньше не поставили в известность врачей? Так Олег Иванович ее осматривал. Быстро в операционную. Координации родовой деятельности, что никто не задумывался о том, что ей нужна помощь? Ну, посмотрите, какая большая родовая опухоль у ребенка. Как она вообще могла родить с таким узким тазом? Доброе утро. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Как-то ты свежо выглядишь после ночного дежурства. Да, я вчера закончил в 11 Кесарева. До утра меня никто не беспокоил, и мне удалось немного выспаться, повезло. Как там моя бывшая пациентка? Родила. А кого ты тогда оперировал? Пациентку Чернова. Девушка с узким тазом рожала 6 часов, если бы я не прооперировал. Потеряли бы ребенка. Ну, такое можно докладывать руководству. Докладывай, не докладывай. Чернов сам себе руководство. С ним бороться все равно, что с ветряными мельницами. Все равно он оправдается. Саша, я все равно тебе рекомендую рассказать все Льву Борисовичу. Привет, молодая мама. Я тебя поздравляю. Как там сынок? В реанимации, ну, врачи говорят, стабильный. Лечит все так же? Да, я тебе рассказывала по телефону. Ну, тогда принимай подарки. Та-да! Какая прелесть! Это для твоего сыночка. А это для тебя. Мое любимое печенье, Аленушка, спасибо, спасибо. Я знала, что тебе понравится. Прошу. Вот ваша внучка. А невестка ваша сейчас... Да никакая она мне не невестка. Моя внученька. Ой, боже, какая же ты маленькая. А можно я оттуда посмотрю? Посмотрите. Какая она крошечная. А ручки какие маленькие. На моего Толечку сына. Очень похоже. Дай-ка мне историю моих пациентов. Угу. Пожалуйста. А это ведь Маша, да? Дочка сидела не была. Да, Евгений Борисович ушел ненадолго в лабораторию, попросил за ней присмотреть. Привет! Как дела? Я с незнакомыми людьми не разговариваю. Ух ты. А я тебя знаю. Ты Маша. И папу твою хорошо знаю. Женя. Да? Мы с ним вместе работаем. Давно уже.
Так что, получается, мы с тобой знакомы. Меня дядя Олег зовут. Очень приятно. Скажи-ка, Маша, а тебе сколько лет-то? Через месяц будет 10. 10. О, отлично. То, что нужно. А ты когда-нибудь думала о том, чтобы жить с папой постоянно, а не с мамой? Зачем? Ну, смотри, у твоей мамы новая семья, новый муж. Они, естественно, заведут сейчас ребенка. Все внимание будет уделять ему, про тебя забудут. Ты будешь не нужна. А куда ты? Мы не договорили. Невоспитанная девочка какая. Спасибо. Я просил тебя помочь с юристом, не говорить Маше, будто она маме больше не нужна. Да в чем проблема? Тихо, 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 Жень, ты же хочешь решить вопрос или нет? Да, но не таким способом. А каким? У нее все равно в суде будут спрашивать, с кем она хочет жить, с мамой или с папой. Я помог ей определиться. Олег, ты подлый человек. И больше не смей приближаться к моей дочери, понял? И про деньги можешь забыть. Как? Ты не имеешь права, стой! Ты... Олег Иванович, здравствуйте. К вам можно? Конечно. Проходите, пожалуйста. Изменение листка назначения. Ты сделай у себя ответку, ладно? Угу. Здравствуйте. Вы к Наталье Ивановне? Да. По какому вопросу? По личному. А вы кто? Почему я должен вам все объяснять? Личный охранник Натальи Ивановны. Скажем так, все личные вопросы безразличны. Ну что ж, личный охранник. Я отец ее сына, Вити. Понятно. Что вы хотите от нее? Я просто хочу быть со своим сыном. Мальчику нужен отец, да и Наташе нужна помощь. Знаете, я очень многого упустил, но надеюсь, я смогу наверстать упущенное. Наташа об этом знает? Конечно, знает. И она готова дать мне этот шанс. Так что, пожалуйста, не мешайте. Девушка, снова здрасте. Здравствуйте. А мне нужна Тимченко Наталья Ивановна. Позовите ее, пожалуйста. Подожди, это же наш сын. Я хочу знать, что с ним. Еще вчера я этого ребенка и знать не хотела. А сегодня подумала. Разве могу я бросить эту маленькую сиротку? Ну, у нее же есть мама. Какая она мать, я вас умоляю. Что может дать ребенку 18-летняя детдомовка? Без образования, без денег, без семьи. Пусть будет довольна, что я возьму воспитание девочки на себя. Вы решили забрать ребенка? Да. А если мать не согласится? Сначала я попробую решить вопрос по-хорошему. Мой вам совет. Просто припугните малолетнюю мамашу, и ребенок ваш. Ваш сын находится в стабильно тяжелом состоянии. Неожиданно произошло ухудшение. Прогнозы пока дать не могу, пока что результаты анализов. Мы давали ему ваше молоко, поэтому его тоже надо сдать на анализ. Да, конечно. Ждите. Здравствуй, Юра. Наташ, возьми, это тебе. Возьми. И Петеньке подарок передай, пожалуйста. Ты думал на мое предложение? Юра, я не могу вот так сразу. Мне нужно Витю подготовить. Он и так со вчерашнего дня со мной не разговаривает. Слушай, Петенька еще ребенок. Он не знает, что для него лучше. Я ведь буду хорошим отцом, ты знаешь.
Я хорошо заботился о твоей сестре. И о Витеньке позабочусь. Так посмотрим правде в глаза. Ты ведь до сих пор одинока. Юра, о чем ты вообще говоришь? И нет, я не одинока. У меня есть важный и дорогой для меня человек. Саш, ты очень вовремя. Знакомься, это Александр Родионов. Мой любимый человек, а это Юрий, отец Вити. Да, мы уже знакомы. Личный охранник. Наташ, ты хоть уверена, что у вас в жизни это тоже важный и любимый человек? Потому что он мне об этом ни слова не сказал. Саша, почему ты молчишь? Ну, я так понимаю, мальчику нужен отец. Настоящий отец, с этим не поспоришь. Буду вам мешать. Как ты себя чувствуешь? Да, вижу, не очень. Ты должна одну бумажку подписать, чтобы мы смогли твою доченьку зарегистрировать, чтобы все было по закону. Так. Что вы делаете? Отойдите от пациентки. А что я такого сделала? Я, между прочим, ее свекровь. Пациентка после операции в таком состоянии подписывать ничего не будет. Если вам что-то не нравится, можете жаловаться начальству. Пожалуюсь. Ваше право. Как вы себя чувствуете? Петя. Петя. Вы большой молодец. Родили такую прекрасную девочку. Осторожно. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Итак, у мальчика Людмилы Лукашевич сегодня утром случилось резкое ухудшение. Пришли результаты анализов. Извините. Да, заходите. В плазме крови младенца обнаружен фенобарбитал. И так и должно быть, потому что он его и получает. Мы лечим его строго по протоколу, а реакция у него такая, как при передозировке. А я тут кое-что обнаружила. В анализе молока откуда-то появилась вальпроевая кислота. А вальпроевая кислота уменьшает печёночный метаболизм новорожденного и увеличивает действие фенобарбитала. Отсюда и передозировка. Откуда в молоке эта кислота? Я видел лист назначения матери, она сейчас ничего не получает. Вальпроевая кислота – это водорастворимый порошок. Теоретически его можно подмешать в пищу. Так, немедленно изъять все, что принесли ей родственники. И все на анализы. Хорошо. Простите, что мы вас беспокоим, но нам кажется, мы знаем, в чем причина ухудшения состояния вашего сына. Она в еде, которую вы едите, вот мы хотим забрать ее на анализы. Да, конечно, забирайте все, что не портится в этой корзине, а часть продуктов я спрятала в холодильник. Спасибо. А кто это все принес? Твоя сестра Лариса. Тася, мы же с тобой не договорили. Ты же знаешь, этот ребенок тебе жизни не даст. Пеленки, распашонки, эти детские болячки, эти хроническое недосыпание. А как ты планируешь учиться? Как-то справлюсь. Что значит «как-то»? Я предлагаю тебе свою помощь. Я освобожу тебя от всех этих забот. Я заберу ребенка, и у тебя не будет всех этих проблем. Я не отдам своего ребенка. Ах, так. Ну, тогда я тебе объясню по-другому. Ты знаешь, сколько стоит пребывание в этой клинике? Наверное, очень много. А что, если завтра я не приеду? Тебе придется искать эту сумму и оплачивать ее самой. Подписывай отказ от ребенка, и я заплачу за клинику и дам тебе еще денег на первое время.
Ну, а если ты не подпишешь, я все равно заберу ребенка в судебном порядке. Это ваша девочка, а это мой мальчик. Не надо плакать, надо верить в лучшее. Наши детки поправятся, и все будет хорошо. Не будет хорошо. У меня ее завтра заберут. А ну-ка, пойдем, расскажу все по порядку. Найден в этой фамилии моих родителей. Я попала в детдом только на последние 2 класса школы. Почему? Родители погибли в автокатастрофе. А до этого у меня было счастливое детство. После детдома я сама поступила в университет на факультет международных отношений. И там познакомилась с Толиком. Он красиво ухаживал. А у меня особого опыта с парнями не было. И, короче говоря, я сразу забеременела. Аборт сделать не смогла. Не смогу же я убить своего ребенка. А отец ребенка как отреагировал? То ли кто пропадал, то появлялся. Умолял никому ничего не рассказывать. Мол, все решим. Да и он меня любит, и мы будем вместе. А месяц назад вместо него ко мне в общагу пришла его мама. Луиза Семеновна. Обвиняла меня в том, что я совратила ее сына. Настояла, чтобы я пошла с ней сюда. А теперь хочет забрать мою дочь. Я не знаю, что мне делать. Не переживай. Мой муж юрист. Я с ним поговорю, он тебе поможет. Прошу прощения, Тася, вы мне нужны. Я должна сделать вам перевязку. Спасибо за печенье и за поддержку. Все будет хорошо, не переживай. Доброе утро. Здравствуйте. Бумаги мои подписала? Я не буду ничего подписывать без юриста. Деточка, ты в своем уме? Какой юрист? У тебя нет денег даже купить себе булочку. Доброе утро. Доброе. Степан Нагорный, руководитель и владелец юридической компании «Стикс» и адвокат Натальи Найденовой. Ты что, розыгрыш? Я ознакомился с документами, которые вы вчера оставили. Если моя подзащитная обратится с ними в полицию, это может обернуться для вас судом и реальным сроком. Вы оказывали на девушку моральное давление с целью завладеть ее ребенком. Я? Оказывала давление? А кто вам сказал, что это вообще мои бумаги? Значит, вам ее ребенок не нужен? Нет, конечно. Мне своего сына хватает. Кстати, о вашем сыне. Мы можем заявить на него в полицию, так как на момент возникновения интимной связи между ним и моей подзащитной девушка была несовершеннолетней. Ей было 17. Что вы от нас хотите? Вы оплатите клинику, так как девушка находится здесь по вашей инициативе, и алименты, положенные ей по закону для мамы и ребенка. Анализы показывают, что во всех исследованных образцах пищи вальпроевая кислота не обнаружена. Откуда она тогда взялась в молоке пациентки? Может, меня все изъяли? Вчера моя медсестра видела, как 2 пациентки пили чай с печеньем. Откуда взялось это печенье? Подожди, пациентки? А кто вторая? Одна из ветпалаты, а вторая юная, после кесарева. Наталья Найденова? А ее ребенка мы тоже лечим фенобарбиталом? И сегодня я разрешила покормить его молоком матери. Ты уже выбрала имя для своей дочери? Да, Сонечка. Красиво. Сейчас Сонечка первый раз покушает мамино молочко. Малыш, ну? Ребенка молоком уже кормили?
Нет, еще только собрала. Не надо. Всю порцию молока срочно на анализ. Люда, что за печенье вы там вчера с Наташей ели? Мне его подруга после родов принесла. Алена? Как там малыш? Я слышала, что ему хуже. Стёп, мне очень жаль. С ним все хорошо? Как? Так. Врачи вовремя обнаружили в твоих печеньках вальпроевую кислоту и успели спасти нашего малыша. Но вместе с ним ты могла еще убить одну маленькую девочку, маму которой Люда угостила твоим печеньком. Вы добровольно пойдете говорить про ваше замечательное печенье или дождемся полицию, будем говорить в участке? Вы ничего не докажете. Докажем. Препарат этот в супермаркете не купишь. Я думаю, полиция разберется, где вы его взяли. Ты же мне говорил, не дружи с Аленой, она неискренняя. Я, дура, не верила. Надо извиниться перед Ларисой. Не представляю, как ей теперь в глаза смотреть. Я уже ей позвонил. Моя сестра все поняла. Поэтому не переживай. Пригласим ее крестить малыша, если ты не против. Подарки? Да. Мы старались. А, да, минуточку внимания. Поскольку Валентина Ивановна уходит в декрет, у нас освобождается место старшей медсестры. Уважаемая Вита Игоревна, да. Я предлагаю эту должность вам. Соглашайтесь. Я вообще-то не знаю, у меня другие планы были на эту жизнь. Да, конечно, я согласна! Нас завтра выписывают. И нас тоже. Очень хорошо, мы с мужем тебя подвезем. Спасибо. Все время думала, как я доберусь с малышкой до своей общаги. Тася, больше никакой общаги. Ты теперь живешь в маленькой, но собственной квартире. Степа выбил для тебя помощь от города. Люда, а я бы хотела, чтобы вы с мужем стали крестными для моей доченьки. Спасибо, я буду счастлива. Тася, наши коллеги почему-то решили, что у нас будет девочка. Ну, он еще вполне может быть мальчик, но не будем же мы его одевать во все розовое. У тебя уже и замечательная девочка. А, короче говоря, мы решили подарить все эти вещи твоей доченьке. Спасибо большое. Надо чего-нибудь для мутности добавить. Никто же не знает, как выглядит этот чертов эффекторный ключ, а? Что нужно. Когда они догадаются, я с Кларой и Софией уже буду далеко-далеко. На райских островах, где нас никто никогда не найдет. Господин, берите, готовьте деньги. Я везу вам эффекторный ключ.